Итак, сейчас состоится впервые премьера именно этой композиции. Музыка посвящена подвигу 35-й батареи. Göran Agdur, Швеция. Композиция исполняется впервые за дирижерским пультом маэстро Сергей Проскурин. Thank you.
Агдур. Русский пламенный объект. Som inte ska få förstöra vår värld. И он узнал, что случилось, и осознал, действительно, на самом деле, что здесь было. Jag tänkte till slut på en dikt som min mamma brukade ha på sitt nattduksbord. И он вспомнил одно стихотворение, которое ему рассказывала мама, когда он был маленький. Någonstans inom oss är vi alltid tillsammans. Когда-нибудь и где-нибудь мы всегда будем все вместе. En ära för mig att vara hos er och att vi kan bygga broar mellan öst och väst, mellan nationer som ska få vara starka i sig, men det måste finnas ett annat sätt än med vapen. Мы должны строить мост между востоком и западом, чтобы быть сильнее, и это даст возможность наоборот нам разоружаться. Jag är en ära att vara med Sergej Proskurin och hela orkestern. Jag vill tacka er allihopa för det här. Он благодарит Сергея Проскурина и весь оркестр и говорит тысячи спасибо за то, что мы сделали. Okay.